Развитие воображения у ребенка – задача не из простых, но при этом крайне важная. И чтобы поддерживать творческие особенности у своих подопечных, Центр социальной помощи семье и детям ежегодно проводит фестиваль творчества «Мы все можем». Стаканчик тут тоже, да, первый? Видите, как все равно... Жюри стараются по достоинству оценить каждую из представленных работ. В обсуждении много дискуссий. И это неудивительно, ведь каждый ребенок приложил немало усилий для создания своего шедевра. Всего в этом году опытному глазу судей было представлено 120 работ. Темами для своих работ кто-то выбрал любимых мультигероев из мультфильмов, кто-то животных, а кто-то живописные виды природы. В это же число вошли номера из номинации «Литературно-прикладное творчество», где ребята пели песни, танцевали, играли на музыкальных инструментах и показывали свою харизму через актерское мастерство. Стих «Лучшие друзья» подсказывает Дима Бендюк. Хорошо, что есть на свете лучшие друзья. Это мой любимый дедушка и бабушка моя. Хотелось бы отметить, что масштабы этого фестиваля постепенно увеличиваются, ведь в этом году число номинаций увеличилось до 19, что в сравнении с прошлым годом сразу на 8 больше. Вот этот фестиваль, он вообще очень теплый. И вот сегодня я посмотрела, что действительно для этих детей важна очень семья. И вот эта тема «Год семьи», она, наверное, еще больше придает этому фестивалю теплоты, любви, милосердия. А чтобы творческий потенциал у ребят развивался и дальше, всем участникам досталось вкусное мороженое за проделанную работу. Победителям же подарили различные развивающие игры и принадлежности для создания следующих шедевров.